Давид Манукян рассказал, почему бросил Бузову. Она поставила его перед выбором, работа или отношения с ней, написала Лена Миро. Либо я, либо и так далее. Ну, я не знаю, ставит кто ультиматум. В любых отношениях всегда ультиматум – это начало конца. Не понимаю, почему наши бабы так любят их ставить, чтобы что. Ну, я вам хочу сказать, не только бабы ставят ультиматум, иногда и мужики ставят ультиматумы. Бузовой не понравилась подпись под фотографией, и она предъявила претензию Даве. Либо я, либо танцы со звездами. Естественно, Дава выбрал работу. Ну и правильно сделал. Допустим, что Бузовой не понравилась подпись под фотографией, могла бы сказать ему, ну, а вот так вот предъявлять претензию, что либо я, либо танцы со звездами, извините, решать не тебе, как можно ставить человека перед выбором. Мне в свое время тоже поставили выбор, либо плита, либо работа, а я тогда только закончила институт, и в новой семье мне поставили ультиматум. Либо ты работаешь на кухне дома, либо работа в школе по специальности. Я на все положила, как говорится, и ушла. Мне ультиматумы неприемлемые. Так что Дава правильно сделал, что дал полный газ от Бузовой. Вот так. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.